Елена Соломатина из Абакана спрашивает, можно ли выступить на сцене фестиваля «Зеленый» 10 июня. Идейный вдохновитель фестиваля Ульяна Кузочкина пояснила, что организаторы всегда рады творческим и талантливым людям. На «Зеленом» можно петь, танцевать, сочинять и читать стихи, шутить и удивлять своей неординарностью многотысячную аудиторию. Чтобы стать участником пикника, необходимо позвонить по телефону 22 44 55.